Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за четверг, 15 сентября 2022 года на нашем канале. Производство озонобезопасных хладагентов может появиться во Владимирской области. Решение Polar Group для магазиностроения на World Food 2022. Итак, первая новость сегодня. Производство озонобезопасных хладагентов может появиться во Владимирской области. В начале сентября глава Владимирской области Александр Авдеев провел рабочие совещания по вопросам создания особой экономической зоны АЭС в области. Участники совещания определили степень готовности документов от инвесторов для подписания соглашения об их намерениях реализовывать. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Решение Polar Group для магазиностроения на World Food 2022. Polar Group представит на выставке World Food 2022 свои решения для обеспечения непрерывных холодильных цепей и специализированного магазиностроения. На стенде впервые будет продемонстрирована гастрономическая витрина нового бренда Diesel серии Vega Plug-in и компактный пароконвектомат Radex Rose. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу.